Экспренный истребитель МиГ-29М с отклоняемым вектором тяги ОВД. Взлет форсаж МиГ-29М с ОВД. Демонстрирует для вас уникальные фигуры высшего пилотажа, которые не способен повторить ни один из боевых самолетов мира. Пилотирует самолет летчик-испытатель первого класса ОКБ МиГ Михаил Беляев. МиГ-29М СОВТ создан на базе самолета-истребителя МиГ-29М и является, по сути, летающей лабораторией для отработки двигателей РД-33 со сверхракурсным отклонением вектора тяги ОВТ и для исследования влияния ОВТ на пилотажные тактические возможности истребителя. Демонстрирован на самолете МиГ-29М ОВТ для вас в небе аэродрома Раменское. Самолет МиГ-29М ОВТ. Одноместный МиГ-29М представляет собой многофункциональный истребитель поколения 4++ с повышенной дальностью полета, увеличенной боевой нагрузкой и расширенной номенклатурой бортового вооружения.